Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник. Инспекторы Кировского отдела госавтоинспекции к празднику приурочили рейд, направленный на проверку водителей мототранспорта. Подробности у Кирилла Сысолятина. В этом году главный подарок ко дню ГИБДД сотрудники Кировской госавтоинспекции сделали себе сами. И подтверждение тому – положительная динамика изменения количества правонарушений на дорогах областного центра. В текущем году удалось достигнуть снижения всех показателей аварийности. Так, почти на 20% у нас на дорогах города Кирова снизилось количество ДТП, погибших на дорогах. На 15% снизилось количество раненых. На 6% у нас меньше пострадавших в ДТП детей. И больше чем на 30% у нас сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. В профессиональный праздник сотрудники ГИБДД продолжили работу в плановом режиме. В последнее время особое внимание инспекторы уделяют водителям двухколесных транспортных средств. Сейчас чаще всего встречается это с мопедами, так как не все знают, а точнее все игнорируют водительские удостоверения. Хотелось бы напомнить, что сейчас с 16 лет разрешается управлять мопедом при категории М. Если вы имеете другие иные категории, управлять мопедом вам также разрешается. Подобные акции и рейды – неотъемлемая часть большой работы госавтоинспекции, главная цель которой – обеспечение безопасности всех участников движения. Кирилл Сысолятин, Валерий Никулин, «Вести Киров».